Это до чистки. Потом посмотрим после чистки. Итак, пробую магазинное средство для чистки ковров. Фирму не рекламирую, не показываю. Первый раз хочу попробовать магазинским средством. Итак, здесь по инструкции написано нанести на расстоянии 20-25 сантиметров. Наносим. Что-то плохо. Сосет плохо. Так, пробуем, пробую. Теперь распределяем щеточкой это средство. И сразу чистим щеточкой. В общем, чистим, сколько нам нужно. Оставляем до полного высыхания и пылесосим. Потом проверим результат. Вот здесь давнишнее желтое пятно. Через камеру плохо видно. Ну, вот тут, смотрите, белое, тут желтое. Посмотрим, отойдет, нет. Щетка уже начистила. После холодильника пятно отошло. Понравилось мне это средство. Прошло 5 часов. Сейчас буду пылесосить. Я уже забыла, но по делам ходила. Название говорить не буду. YouTube не пропустит. Напишу под видео. Все хорошо. Вот тут где-то смотрится как бы желтое, но это телефон так. Я и так кручу. На самом деле нет вот здесь вот. Там тоже беленькое. После холодильника пятно тоже отошло. Все нормально, все хорошо. К Новому году освежился паласик. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Всем пока-пока.